Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы всадники Улха. 12-й день, и забираем вот этот вот сундучок. Так, вымпелы, руны, рыба, опять же руны. Хорошо. Ну-ка посмотрим, что у меня тут. Ага, 7 миллионов рыбы всего лишь принес. Эх, беззубик, беззубик. Всего лишь 7 миллионов рыбы. Так, отправляем этих на задания на очередные. Так, кстати, давай-ка мы, наверное, сразу посмотрим паки, а то зачастили мы с этими забываниями. Так, громобой, крылатый ужас, сарделька. Окей, и рекламный. Так, монетки. Громль, шторморез, кревет. И ресурсы. Так, сезонные награды. Поехали. И вот здесь. Получить. Угу. Не хватает нам всего лишь 50. Ладно, думаю, сейчас мы это дело здесь исправим. Так, вперед за древесиной. Ты за рыбой полетишь. Так, сарделька. Не двигаться. Вот так. Барсик. Барсик мне принес шестеренки. Или иди вон в лечебницу. Так, кривоклык. Руны. Решил мне дать руны. Так, поговорить. И Громгильда. Ну что, сегодня я хочу, наверное, допройти события. Думаю, что у нас, наверное, получится. Так, в ожидании. Бесплатно. Сундук. 15 всего лишь рун. Ну что, Беззубик, ты мне найдешь или не найдешь? Ух ты. Арбузозавр? Можно мне его найти, а? Беззубик, найди мне арбузозавра. Пожалуйста. Да какой не найдет тут, конечно, ребят, никого. Мне не везет, что в юрском парке на рулетке не везет, что здесь не везет. Так, смотрим. Эх, ребятушки, осталась неделька и на работу. Отпуск кончается. Все. Отдохнули, как говорится, и хватит. Ну, честно говоря, мало отдохнул. Не хватило бы. Не хватило. Так, что у нас там? Ага, 40. 40 железа, друзья мои, он мне принес. Шикарно. Так, это бремя гнильца. На прокачку. Так, ты пока, наверное, лети за древесиной. Ну что, ты будешь у меня сегодня в титан переходить или нет? А-а. Сказал, фигушки тебе, Рэй. Я еще посижу. Я еще посижу в обычных. Не знаю, почему они не хотят переходить. Так, давай за рыбой. Ты за древесиной. И ты за древесиной. Так, тоже за древесиной лети. Больше всего я обожаю, ребята, вот это вот собирать. Вот помнишь, там можно было купить на рынке такую штуку, когда ты одним кликом собираешь абсолютно все. Абсолютно все ресурсы, которые есть, собираешь одним кликом. Но стоит, конечно, это дорого. Так, пятно. Лети. Так, на обучение. Понятное дело, пускай летит. Прокачивается. Опять расширить академию. Еще ничего толком не успел сделать. Уже все, ребята, академка забита. В ужасе я просто. Я просто от этого всего в ужасе. Ну что? Так, сломанный меч плюс тусклый янтарь. А здесь поганки плюс тоже тусклый янтарь.
Давай посмотрим, открыт уже пак. Опа, ребята. Давай смотреть, что нам здесь выпадет. Шторморез, Громоль, Престиголов, Громобой защитник, Громорог, Костолом дикарь, Вострозуб, Кривоклык, Сарделька, Ищейка. Ничего себе надавали. Круто. Я не ожидал, если честно. И Сардельку, и Кривоклыка дали. Ой, красота. Нам скоро надо, наверное, где-то расширять, ребят, территорию. Места все меньше, меньше и меньше становится. У нас еще и тут, не забывай, ребятули сидят. Скорожалы, рогобои. А, не хватает. Я про рогобоя, кстати, забыл. Ну что, вроде пока здесь все. Тут мы все с тобой собрали, да? События. Опа. Опачки, смотри-ка, скоро будет через один день 9 часов хранители против хитрых. Вот это я понимаю, ребята. Так, ну что, 300 рун на кону. Поехали. Так, тут еще пак, кстати, будет неплохой. Один. Сколько чего, покажите мне. Так, один громобой, что ли, тут? Да ладно, всего лишь один громобой. Удивительно. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Вторая волна. Слушай, наверное, я с костолома начну. Окей. Так, ну что, Барсик его, я думаю, ушатает. Барсик, мсти. Теперь хильнемся. А он все на Барсика тянет, а? Ты посмотри на него. Барсик, отомсти. И пробивной. Что у нас тут? Они вдвоем? Я удивлен. Я, если честно, очень даже удивлен. Обычно и тут, ну, ближе к концу должны по три врага быть, а тут два. Окей. Так, ну что ты там фыркаешь? Вот этого не надо только делать. Оставьте в покое моего Кривоклыка. Опять музыка куда-то исчезла. Не музыка, точнее, а спецэффекты. Удары. И добиваем. Давай-ка крутим колесо и смотрим, что нам здесь выпадет. А выпадает нам древесина. Это, конечно, хорошо для прокачки, но академка-то забита вся, поэтому... А, я же могу отправить за железом. Так, мы получаем с тобой пак. И переходим на мини-босса. То есть тут будет мини-босс, потом будет обычный поединок, опять мини-босс и супер-босс. Вот так вот я тебе скажу. Вы решили вообще все убрать, да? И звуки, и музыку. Слушай, зачем я это сделал? Мне же нужно вот это... Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то, ребят, действительно с игрой не то. Пумс. Кусаем сюда. Нам нужно его как можно быстрее. Я не успел. Это ничего страшного. Ну что ты там фыркаешь? В минус. Так, наверное, просто укусим здесь. Ох, сейчас зажарит, ребята, пламенем. Я серьезно говорю, сейчас будет жарить. Нет. Я очень удивлен. Он обычно, ребята, применяет пламя. И это пламя отнимает очень много здоровья. Поехали сюда, начнем. Хиляться нам нужно. Я думаю, что пока не надо. Мы с тобой вот так вот делаем понижение ему защиты. Укус. А уже вот после этой атаки, очередной, мы будем уже восстанавливать себе здоровье. Молодец, Барсик. Так, восстанавливаем себе ХП. Я думал, что так слабо ударил, у него понижение атаки стоит. Блин, наверное, надо перезайти. Я боюсь просто, что вылетит у нас игруха в этом. Ближе к финалу, да? И все, и мы с тобой сфейлим опять. Руны. Так, ладно, если мы пройдем этот поединок
Без потерь я перезайду в игру. Опа, вот он у нас, ребята, мини-босс. Не нравится мне, не нравится, ребята, как все это вот подфризивает. И музыки нету, и ничего нету. Ты посмотри, а. Ты посмотри, что происходит, ребят. Практически невозможно играть. Ладно, надеюсь, эту волну все-таки я добью. Без вылета, надеюсь. Так, кусаем. Этого минибуса надо одолеть. В принципе, мы должны его бомбануть. Вот сейчас понижение сделаем защиты и пробивной. Есть. Так, крутанул я рулетку. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Опачки, содержит новичков. Выпал нам пак. Соответственно, мы идем вперед, но... Ребят, я, наверное, выйду, все-таки перезайду на всякий случай. Ну что, друзья мои, надеюсь, сейчас будет все получше. Так, погнали. Обычный, самый обычный поединок. Что у нас там, кревет и шепот? Ладушки, начнем с шепота. А не слишком ли крутая инициатива? Ё-моё, а, он потратил. Я думал, сейчас как суперудар вмочит мне. Так, хиляем. Ну, это уже не жилец, понятное дело. Вторая волна. Покажите, кто у нас там кревет. Так, этот еще тут. Даже не знаю, с кого начинать. Этот прокачивает себе силу. Этот электрический у нас. Блин. Но кто там у нас? Кривоклык будет ходить. Сейчас они раз-два, потом Барсик добьет его. Надеюсь на это. Нет, Барсик будет бить вот сюда. Или вот сюда даже. Раз-два. Теперь мы делаем вот так. Укус. Ну, этот уже тоже не жилец. Я тебе так скажу. Раз-два. Твою налево. Я думал, укуса хватит. Оу, доигрались. Жестко. Ну. Смотри, что творит, а. Хиляемся срочно. И тут у нас... Ёк-макарёк. Не совсем удачная команда, если честно. Вражеская. Не совсем. А у него еще и мало здоровья, а. И самое противное, что груши нету. Чтобы можно было подкрепить здоровье. Ты чё? Эй! Ты глянь, что творят. Так, давай сюда, укус. По-моему, мне кажется, они кривоклыка хотят меня просто замочить. Да, он, скорее всего, сейчас добьет его. Фиг с ним. У него не так уж много здоровья. Так что мы должны здесь выиграть. Еще делает под усиленной атакой. Ну, давай посмотрим, что на этот раз нам достанется. И это рыба. Почти 200 лямов. Пак в копилочку. Ну и мини-боссик у нас. Это предпоследняя битва. Шторморез, кревет, чудовище, шепот смерти, ужас, громобой и кривоклык. Еще 4 карточки, и кривоклык у нас прапается. Это будет 18 уровень. То есть самый топовый дракон. А какой, интересно, максимальный здесь левел? 20, наверное. Я имею в виду на арене.
Так, ну что ты там? Ах ты, жук. Блин, этого-то забыл. Ладно, все-таки пойду уже на принцип. Начали его бить, будем его бить. Хильнуться не успею. Не успею, ребята, я хильнуться. Вот в чем проблема. Если только делать... Придется. Это просто от безвыходности. Блин, как мы будем босса бить, я не понимаю. Просто не понимаю. Да, друзья, мои опасения все-таки подтвердились. Выкинул он меня из игры, из боя, как говорится, в самый неподходящий момент. Надо же, грушу получили. Прям как знак какой-то. Придется теперь еще и тратиться. Да, ребят, придется тратиться. Надеюсь, только один раз. На последний поединок. 75 рун, сколько там, 65 рун придется заплатить. Но самое обидное то, что мы с тобой потратили прилив сил. Давай-ка я, наверное, сюда буду бомбить. Что они так бьют-то мощно? Прям вот мощно, ребята, бомбят, а? Раз, два. Раз, два. Значит, этот душитель. Тю! Этот сейчас сюда же тоже будет кусать, по-моему, да? Нет. Так, ходит громобой. Давай сюда. Блин, кривоклык. Ух. Налево. Ну ведь он уже вжарит, друзья. Он, вот он уже вжарит же. Сейчас будет свой супер удар делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин. И тут еще, блин, я не знаю, ребят. Тьфу. Так, это второй только. Это только второй поединок, ребят. Нет, конечно, если мы успеем на хилочку поставить. На хилочку поставить. Раз, два. Будет это, да, ходить? Не будет он никуда ходить. Но это сейчас будет глушить. Или громобой что-то сейчас будет творить. Ага. Я лучше тогда пойду займусь вон тем. Но все-таки побежит. Побежит. О, уклонение, ребята, было. У нас сработало уклонение. Раз, два. Отхил. Прокус. И сейчас мы его добьем. Раз, два. Три. Так, кто у нас там, ребят? Ё-моё, водорез этот. Упс. Я даже не знаю. Давай, наверное, так все-таки. Раз, два. Лютуют, лютуют, друзья мои, они. Так, минус один. Офигеть, влупил. И это тут, слава богу, он промахнулся, а ты посмотри. Нам везет. Сейчас нам повезло. Блин, у нас одни траты в последнее время идут. У нас никаких прилив. Что он сделал?
Что так зашуршал, как вертолет? Укусом не добью, да? Не добью. Ну что ты там? Надеюсь, что мы его вырубим. Так. И добивающий. Очередное колесо удачи. Оп, нам выпадает серия испытаний. Ну что, друзья мои, собрались и пошли. Это последний поединок. А, ну да, да, конечно же. Нам же не хватило, мы вылетели в процессе игры. Сколько волн? Надеюсь, две волны. Две волны, ребят, но... Ух ты, ё-моё, вот с этого начнем. С плестиголового, в первую очередь. Так как он у нас с фаерболами любит баловать. Раз, два. Блин. Да иди ты. Сюда, что ли? Блин, я не знаю, ребят, наверное, придется вот так вот делать. Просто, чтобы кривоклыка защитить. Только и всего, ребят. Ни больше, ни меньше. Только ради него. А этот сейчас бомбанет, да, своим суперударом. Я так и понял. А если он бомбанет суперударом, то, скорее всего, крышка будет моему кривоклыку. Скорее всего, так он и сделает. Нет, слава богу, пока еще живет. Еще живет пока. А этот будет бомбить что? Фаербол? Окей. Так, этого добили. Барсику теперь досталось, как ты видишь. Так, хиляемся. Хиляемся. Делаем укус. И добивка, надеюсь. Угу, добивка. Так, два хофера. Два, ребята, хофера. Но они синька. А у нас по синим как раз идет довольно неплохой урон. Да, но если они будут сейчас понижать. Ух. Так, опять сейчас будут, да? Втроем ходить. Я боюсь, сейчас кто-то из хоферов сделает свою суператаку. А, уже не сделает, уже не сделает. Но меня это что-то мало тешит, если честно. Так, этого уничтожили, отлично. Промахнулся. Это нам в плюс, в огромный плюс идет. Давай, наверное, все-таки вот так вот, отлично. Ну вот и остался этот паршивец один. Мы его будем брать, наверное, все-таки в слепоту, ребят. Да, будем его брать в слепоту. И этот голубчик теперь будет наш. Мы его будем потихонечку-потихонечку ковырять. И в конце концов он упадет. Соответственно, без вреда для нас. Я надеюсь, игра не вылетит. Так, тихо-тихо, чуть было не атаковал. Ну, теперь можно уже и вот так вот сделать. Все, друзья, событие пройдено. Ну что, крутим колесо, и выпадает нам древесина. Если задаться вопросом, стоило ли это событие, чтобы его пройти, однозначно, ребята, стоило. Ну, во-первых, в любом случае мы с тобой выигрыши, да? То есть я потратил 64 руны, получил 300. Ну, а вот то, что там прилив сил или груши, ну, от этого, ребят, никуда не денешься. Все равно рано или поздно, ну, не здесь, так где-нибудь в другом месте я бы слил
То есть в плане награды, награда здесь нормальная. Все, забираем. У нас почти, ребята, 6000 рун. А это уже хорошо. Так, открываем с тобой серию испытаний. Кто у нас тут? Гром или защитник? Ну, он у нас есть, поэтому... Подожди, а этого что, я не могу разве его сплавить? Еще у нас один такой. О, еще 150 рун. Ну, теперь, ребята, уже точно почти 6 миллионов. Плюс у нас вот этот пак, ну, это новичков. Шторморезка, столом, душитель. Все. Кстати, кого я хотел? Ветрокрыл, он где у нас? Ветрокрыл у нас... Что-то я не могу понять. Он у нас что, он на обучение еще до сих пор? Точно, ребята, он у нас на обучении. Тогда... Тогда водореза, наверное, мы... Так, водорез, вернись. Сколько? 313! 313, ребята, железо нужно, чтобы прокачать его на какой там? На 106 уровень, вы серьезно? Не, тут надо, ребят, что-то делать. Тут надо же, я не знаю, тут железо просто тоннами гребсти. Где я его возьму столько? Так. Подожди, при чем здесь шепот? Мне нужен этот. Весночес мне нужен. Весночес, вернись. И, наверное, мы его... Слушай, у нас в академике там нету кого-нибудь быстрее прокачать? 19 часов, 2 часа, час. Ну-ка. Ускорю, ребята, я ускорю. Блин, я думал он... Рыбы не хватает. Я хочу весночеса отправить, ребят, прокачиваться. Так, это он будет добывать нам... Сколько? Сейчас он 7 добывает, да? Будет 10 добывать. 10. Он себе окупит. Он себе, ребята, окупит, поверь мне. И этот парень тоже себя бы окупил, но, блин... Кстати, о чем мы забыли? У нас же есть эти. Вот тут даже есть рыба. 15. Блин, так у меня теперь... Или подожди. 2 часа 46 минут. Так, яркий ужас. Что нам дает следующее обучение? Ох ты, ребята. А, подожди, вот он на суд... Ё-моё, ты прикинь, смотри. Плюс 32, это сколько получается? Это получается 37 железа он мне будет притаскивать? О-ля-ля, конечно. Конечно, отправляю, ребята. 37, ну почти 40. Слушай, а кто у нас до этого таскал неплохо? Неплохо нам притаскивал. Ага, вот. Вот, шепот смерти. Если шепот смерти, блин, прокачайте, например, на следующий уровень. Так, где он там у нас? Древесину собирает. Да нет, я хочу просто посмотреть, сколько ты будешь добывать-то. Твою налево, я не могу посмотреть, ребят. Лети. Конечно, лети. За железом. Ох, ребята, потихоньку-потихоньку, наверное, мы с вами будем скоро... Металлургическая корпорация, ё-моё. Да. Железо будем добывать. Очень много нужно железа для прокачки наших драконов. Ну что, ребята, завтра, надеюсь, мы, наверное, поиграем в хитрый
То есть хранители против хитрых. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.